Знаешь, кого мне жаль? Мне жаль человека, который боится идти на работу. У кого болит живот утром в понедельник, кто ненавидит свой будильник, кто получает небольшой луч надежды в среду, потому что это переломный день недели, и потом говорит «Слава Богу, пятница». И они живут ради этих двух дней в неделе, когда они могут остаться сами с собой, и им не нужно быть рядом с людьми, которые им не нравятся. Им не нужно играть в эти политические игры в офисе. Им не нужно проживать эту часть жизни. Человек проработал 50 недель в году только для того, чтобы иметь две недели отпуска. И знаешь, что происходит с большинством из них в наши дни? У них нет отпуска, они просто проживают это время. У них просто появилось больше времени вне работы, но они не могут пойти туда, куда хотят, потому что они перенапряжены. Они заимели все эти обязанности, получили эту ситуацию. Они ненавидят свой будильник, они не могут заснуть, пока все не закончат. Они должны тратить много времени в пробках. Мне очень жаль эту группу людей, потому что существует лучший путь. Они просто не знают об этом.